Какой промежуток времени необходимо выдержать между первой и второй перегонкой? Практически никакого. Минут 15-20. Вы, получив спирт-сырец, сразу же разводите его водой, разбавляете до спиртозности 20-30% спиртозности, даете минут 15-20, чтобы он отстоялся и прошла так называемая первичная реакция, после чего вы смело его можете заливать в перегонный куб и дальше в перегонку. Это если в том случае, если вы будете делать последующую перегонку с укреплением. Если же вы будете делать перегонку на аппарате с сухопарником, то есть классическую перегонку, то после разбавления спирта сырца его необходимо очистить углем и после этого уже отправить в перегонку. Отдельного времени на отстаивание спирта сырца здесь нет. Если вы делаете первые шаги в увлекательном мире домашнего самогоноварения, рекомендую приобрести мою книгу «Самогоноварение для чайников». Независимым издательством «Ридера» эта книга была признана бестселлером 2020 года. В ней вы найдете технологию перегонки как на аппарате с сухопарником, так и на бражной колонне. Методику, как в домашней обстановке приготовить самогон без похмелья, запаха и головных болей. Ответы на вопросы, которые наиболее часто возникают у начинающих самогоноварение. 100 рецептов по приготовлению в домашних условиях настоек, наливок, ротафий, ликеров и, конечно, домашнего коньяка и водки. Книга продается исключительно в печатном виде. Ссылочка на интернет-магазин в описании под данным видео. С вами был автор книги «Самогон Саныч», а вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застолий!